Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам еще одну мою Маздавалию. Этот раз это вот такая вот беленькая Маздавалия с кремовой сердцевинкой, желтенькими усиками. Это Маздавалия Аквариус от Карги. Растение очень простое. Выращиваю я ее так же, как и все остальные мои Маздавалии. Вот в коре пополам с камешками, ничего мудреного. И поскольку это гибрид один из легких, наверное, считается. Она вообще не особо требовательна к понижению температур, может спокойно и в более высоких выживать, охотно цветет. Это даже не товарская и не игне, это не холодник. Это, наверное, Маздавалия умеренная. Поэтому с ней гораздо легче, чем с другими. Очень охотно она цветет. Она пыталась цвести у меня зимой. У меня осталась открытая форточка. И бутончики замерзли. Само растение от холода не пострадало, только погибли бутончики. Вот сейчас летом, в принципе, жару она переносит нормально. Вот единственное, что у нас сейчас идет пересвет. Сейчас притенения нет. В прошлом году у меня был виноград под окном, в этом году его спилили. Вот. Поэтому листики у нас такие желтоватые. И она у меня не одна такая, практически все мои Маздавалии стали вот такими желтоватыми от пересвета. Придется мне что-то придумывать. Зимой мне казалось, что им света не хватает, но, видимо, все-таки зимой с освещением все было более или менее в порядке. А летом вот стало слишком светло. Вот у нее 4 цветочка таких. Еще есть один бутончик. Не стала я ждать полного открытия. Побоялась, что другие уже отцветут к этому времени. Цветочки, ну, как для Маздавалии, довольно крупненькие. Вот 3 сантиметра в диаметре. И где-то около 3 сантиметров в длину. Запаха никакого у них нету. Открываются они такие слегка желтенькие, потом белеют. Очень-очень симпатичный, легкий. Всем советую. Всем спасибо и до следующего видео.